При обсуждении вопроса о проекте повестки дня сессии фракция поддержала предложение своих коллег Левона Адамяна и Светланы Хижняк о внесении поправок в проекты решений Совета о внесении изменений в решение Совета 26 декабря 2013 года об утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования и о наименовании адресных объектов на территории муниципального образования город-курорт Анапа. В повестку дня 64-й сессии депутаты включили 7 вопросов. Рассмотрев информацию о ходе выполнения индикативного плана социально-экономического развития Анапы на 2014 год, Совет отметил, администрация проводит работу, направленную на создание условий для развития экономики и социальной сферы, повышение инвестиционной привлекательности и предпринимательской активности, улучшение качества жизни населения. Социально-экономическая ситуация характеризуется положительной динамикой большинства основных показателей. В связи с изменением кадастровой стоимости аквапарка, расположенного в городе-курорте Анапа, предприятие «Аквапарк» и «Золотой пляж», увеличена ставка земельного налога для подвида «Земельные участки аквапарк» с 1 до 1,5%. В связи с тем, что два земельных участка в этом году изменили кадастровую стоимость, по аквапарку налог в связи с этим снизился с 9 миллионов до 1,5 миллиона, по золотому пляжу с 2 миллионов до 351 тысячи, в результате чего бюджет потерял 9 миллионов 139 тысяч рублей. Мы предлагаем изменить ставку налога с 1% до 1,5%, что позволит нам минимизировать потери на 1 миллион рублей. Внесены изменения в состав административной комиссии. В ее состав также включены депутаты, секретарь комитета по правовым и нормативным вопросам, занятости и социальной защите населения Евгений Нечаев и Светлана Хижняк, возглавляющая народный контроль. Утверждено положение о порядке освобождения земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, от незаконно размещенных объектов, не являющихся объектами капитального строительства. С учетом поправок, предложенных фракцией единороссов, принято решение Совета о внесении изменений в решение Совета муниципального образования об утверждении правил землепользования и застройки применительно к части территории город-курорт Анапа и о наименовании адресных объектов в городе-курорте Анапа. В населенных пунктах города воинской славы Анапа названа улица в память участника Великой Отечественной войны Николая Овсянникова и анапчан, погибших при исполнении воинского долга в Афганистане и Чечне, Сергея Бомбелова, Сергея Молчанова, Дмитрия Орехова, Рената Саитова, Александра Каширина, Владислава Травкина, Павла Тихонова, и проезд на назван именем Максима Лукьянчука. Внесены изменения в решение Совета муниципального образования город-курорт Анапа 26 декабря 2013 года о бюджете муниципального образования на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов. Доходная и расходная часть бюджета увеличена. Увеличены, в частности, расходы на организацию отдыха и оздоровления детей, на установку спортивно-игрового оборудования и на реконструкцию детского сада «Виктория», на ремонт кровли клуба «Хутор-Овесник».